собираемся. Второй блок сейчас начнется. Все? Нет, я надеюсь, все перекусили, все подышали воздухом. А если есть, кстати, преданные, кто не отходил от сцены, мне кажется, весь перерыв. Мне кажется, кто-то стоял у сцены, смотрел на весь этот шикарный косплей, просто как вау, нельзя пропустить ни одного выступающего. Да. Кстати, расскажи, о чем мы начнем с тобой открытие второго блока? Откроют второй блок у нас ребята Кибербайтер. Это чумовые ребята, которые мало того, что диджеи, пришельцы, они еще устраивают шоу в Малынах. Все живое и все самое настоящее, ребята. Как вы думаете, мы должны будем поприветствовать самых настоящих пришельцев? Знаешь, как плейбой, миллионер, филантроп, волынщик, диджей, пришелец. Ну что, не будем тогда. Итак, мы приглашаем на сцену чумовых ребят Кибербайпер. Встречаем, ребята, аплодисменты. Не, ну, ребят, такие аплодисменты, знаете, на этом театре там, ну, я не знаю, понравилось, что приняли полотенце. А тут прям ребята будут зажигать на все 200. И перед этим у нас крошечное объявление. Потерялся Абрагин Максим. Если ты нас слышишь, твоя мама ждет тебя у лестницы. Не теряйся больше. Ну что? Итак, встречайте! Встречаем! Кибербайпер!
Помните заклинание? Thank you.
звучат барабаны войны. И топот кованых сапог ритмично втаптывает землю в хаос. Это грядет Третья мировая война. Сотни миллионов людей будут поставлены под ружье и будут биться между собой за интересы горстки, владеющих властью и деньгами. Выживет ли человечество? Вот в чем вопрос. Мы верим в вас, мы верим в то, что люди все-таки смогут преодолеть это. Thank you.
злоба берет кровь, и так далее. Всегда побеждают хорошие парни. И хорошие парни с Эдвин Пайпер вернутся сюда, на эту сцену, через 2 часа. Потому что это фестиваль «Эппи Гоми Раша 2019» и хорошего должно быть много, правда. И у вас должно быть много, как самого лучшего содержимого, содержания этого фестиваля. До встречи. Хотите, чтобы вы были? Спасибо, спасибо всем. Вы лучшие, ребята, спасибо. Потрясающе, Сайвер Пайпер! Аплодисменты! Ох, ребята, что-то невероятное, мы за сценой стояли и просто... Ребят, как ваше настроение? Зарядились энергией? Ну что, мы тогда переходим ко второму блоку конкурса косплея. Итак, давайте теперь, дорогие друзья, поаплодируем и поприветствуем нашим будущим выступающим, которые находятся за сценой и ждут и дождутся, чтобы показать свои шикарные образы на главной сцене Epicon Russia!